Очередной тематический день международной смены форума в Красногорске посвящен профориентации. После тестов, игр и мастер-классов воспитанники встретились со специалистами спортивно-патриотической, культурной, юридической, законотворческой областях, а также в сфере молодежной политики. Гости рассказали ребятам, как пришли в профессию и добились в ней успеха. Мы общались как будто в дружеской среде. Считаю, такие встречи нужны, потому что молодежь учится на этом. Они же смотрят на нас, там, я старше их там, на 25 лет, на 30 лет. И когда он на одной волне, он понимает, что я хочу таким же, как он стать, как она. Вот. Надо быть таким. У организатора встречи сомнений нет. Жизненные истории наверняка вдохновят и повлияют на будущее подрастающего поколения, проявившего живой интерес к происходящему. Молодежь охотно задавала вопросы, пользуясь возможностью напрямую побеседовать с состоявшимися людьми и профессионалами своего дела. Встреча мне безумно понравилась, очень много спикеров интересных, очень понравилось, как они открыто отвечали на наши вопросы. Полезного я вынесла то, что не нужно бояться каких-то мыслей в сторону будущего, а нужно идти, пробовать и дерзать. Гости, в свою очередь, убеждены, что ребята справятся со всеми испытаниями, ведь они уже одни из лучших. Участниками международной смены форума традиционно становятся победители различных фестивалей, олимпиад и лауреаты конкурсов. И не только из Красногорска. В этом году компанию местным школьникам составляют дети и подростки из Североморска и города-побратима Карелича, что в Беларуси.